По будням праздники белые. О, домашние. Какие шикарные дороги в России! Ни ямки, ни трещинки, ни бугорка! О, 6 вечера, погнали по центру кататься! Дороги-то свободные! С завтрашнего дня встаю в 8 утра и начинаю бегать! Кушать приготовила, вещи постирала. Меня даже не бесит, как ты дышишь. День просто супер. Эти дни раз в месяц самые лучшие дни. План не сделан, отчеты не выполнены. А ведь завтра выходной. Поэтому сегодня после работы вы все идете домой, а это делаю все сам. Сколько? 20 тысяч? 20 тысяч в месяц. А проценты? Проценты риэлторы не берут. Эй, поехали сегодня к твоей маме. Я так по ней соскучился. Так, без вопросов, одеваемся и едем. Вот ваш кредит. Можете не возвращать. А проценты? А процент за вас выплатит банк. Собирайся. Мы едем в ресторан. Я готова. Вы, девушки, всегда быстро собираетесь. Спасибо, что возил сегодня. Возьми на бензин. Ой, да ладно тебе. Тут же на целых 2 полных бака. Ладно. Может, тебе iPhone новый купить? Не надо. Может, iMac, наушники? А если плойку, фен, телек? Мне ничего не надо. Только твоя любовь. Алло, да, сейчас все порешаю. Что случилось? Я сегодня к друзьям пойду. Каким? Встреча с одноклассниками. Ты же не ходишь на эти встречи. Ну вот, сейчас решил сходить. А кто там будет? Все свои, все нормально. Пить будете? Нет, ты чё? А одноклассницы будут? Да, Света, Ленка, Марина. Да, они все стрёмные. Ну ладно, иди. Стоп! Марина, это твоя бывшая. Так, сегодня зарплата была, сколько-то у меня денег осталось. А, у меня же девушка есть. Если хочешь сдаться, то я твой паладин. Белиз, храм, алафин. Не нужно больше плотин. Поль, замри. Хайлайтер, румяна, бронзер, тушь. Макияж готов. Запах женщины Маэл. Я хочу остаться с нею, с нею. Чида, чида, чини, чида. Чида, это пранк, бро, это пранк, чида. Несколько лет я пытался найти формулу идеальной девушки, и наконец-то мне это удалось. После того, как формула найдена, я приступаю к созданию той идеальной девушки. Для начала добавим ей красоты и стройной фигуры. Теперь нужны сиськи. Больше сисек. Программируем ее на быструю обучаемость. Полностью исключаем функцию пилить мозг. Для быстрой обучаемости нужен хороший гаджет. И я знаю, где его взять. Готово. Идеальная девушка. На, обучайся. Борщ, кофе в постель. Мыть, убирать, стирать.
кино, цветы, айфон, рестораны. Купить, купить, что-то пошло не так. Купить, 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 купить. Улица Пушкина, дом Колотушкина. Трогай! Полюмай, выкрути! Цвет настроения черный! Дай тормози! Едем дальше! Биткоины, блокчейн! У Старбакса притормози, пожалуйста. А можешь еще сходить? Фредерико, доллар вырос! Срочно вкладывай все в акульи яйца! А вы давно за рулем? Машина своя или в аренду? Хабиб или Макгрегор? А что это у вас за зеркало такое? Видеорегистратор! Сенсорный экран, видео Full HD, двойная камера, широкий угол обзора и GPS-навигатор. Заказал в приложении Zoom. Там недорого и надежно. Каша, подгузники, памперсы. У тебя полет, Петер. Едь быстрее, матч обосрался. А заплатить? А ничего, что я мать, родишь, поймешь. Что-то бензин воняет. Можно окно открыть, что-то жарко. А можно окно закрыть, что-то холодно. Спинку поднять. Сколько за ожидание? Я всего лишь-то полчаса одевался. Ко мне сегодня друг придет. Чего? Никаких друг. Привет, я Анвар. Я Катя, проходи. Может, чайку? А можно мне тоже? Хорошо. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Я в туалет. Ты что, охренел? Тебе новое налила? Повезло тебе с девушкой. А пойдем в бар. А пойдем. Идите. Подожди его в машине. Can't touch this. Погнали. Погнали. Can't touch this. Всем привет, я вообще в шоке из этого парня. Самый жестокий контент. Вот по этой ссылке проходи, ты будешь просто в шоке. Я начинающий вайнер, заходи ко мне на страницу, тебе будет смешно. Как раз выложил новый видос. Я не умею танцевать, а ты вообще не умеешь снимать. И это говорит на человек, который снимает на телефон? Да зато у меня подписчиков больше. Полную историю конфликта мы выложим у себя в профиле. Зачем нужна эта реклама? Накрутка. Пофиг, что они мертвые. Лайки и комменты тоже можно накрутить. Алло, накрутка, открутка, перекрутка. Можно вас заказать? Хочешь выиграть чайник и бутылку воды? Участвуй! Гивэвэвэйна! Осталось только подписаться на 200 спонсоров и засрать ими свою ленту. Йоу, Ваня, а ты можешь так? Я принимаю твой вызов. А теперь ты. Кому все-таки круче получилось? Голосуйте! В моей жизни кое-что произошло. Я подробно твою информацию, что случилось. И расскажу твоим своим охуем. Блять, смотри. Че, пойдем сыграем? Неинтересно. Да ты по-любому очкуешь. Ну пойдем. Да как ты меня победил? Наверное, случайно. Еще и фаталити сделал. Знал бы ты, что я раньше вытворял. А может пойдем что-нибудь новое сыграем? Пойдем. Ну чё? Пойдем отсюда. Неинтересно. Tomorrow. Я тебя сделаю, щенок. Смотрите, какая большая туча. Как твоя жопа. Дома поговорим. Пацаны, мне пипец, что делать? Я знаю, ее рот нужно чем-то занять. Значит так. Что это? Я заказал тебе роллы. Ты
Поговорим.